Добрый день! Это Мегаспорт, и нас ждет увлекательный матч чемпионата Единой Лиги ВТБ. ЦСКА встречается с Локомотивом Кубанью. Совсем открытым он оказался и сам не ожидал. Блокшот, Акара Уайт, сразу несколько атак. Антон Остапкович в ЦСКА появился. В отсутствие Алексея Шведа должен брать на себя. О, вот это момент! Николай Милутинов с балом. Эмоций на его лице нет, но остается на ответ у Локомотива. Кроссовер, еще один, Жалин, Барбарт отмечается с этой же точки, с которой отметился в первый раз. Это второй трехочковый, он освободится в любой момент от Сунов. Какой красивый момент, и Девонте Кейкер только добавляет этому моменту красок. Рискованная передача Андрея Мартюка, и тут же быстро отрыв, Девонте Кейкер. Мощный слэм, буквально на шаг опережал он своего оппонента и воспользовался и кубанский степ. А Куперсел здесь операцию быстрые руки провел. А Андрей Мартюк за все оплошности, огрехи вот сейчас отыгрался на финальном матче. Сегодня вот это момент. Акара Уайт воспользовался тем, что Диан Давидовас потерял равновесие и ворвался в красную. Давидовас! Не часто вот увидишь такую игру на публику. Хочет команда начать. И перехват. Жален Барфорд порадует нас чем-то. Ну, конечно, Джален Барфорд один из самых эффектных игроков лиги, без вариантов. Добиться преимущества, это лишь третий трехочковый дальний. Вот так вот Крис Хортон обычно забивает. Здесь уже не успели на подстраховку. Точный бросок от Паунича. Получена ли быстрая атака, Даллас Мур один, Кейкок его не увидит сразу. И здесь вот то, что умеет делать Кейкок лучше всего. Будет большего достоинства. Милутинов пытается продавить уже двоих. И какая зрячая скидка на Ливио Жаншарля. Один из лучших моментов дарит нам Николай Милутинов и Ливио Жаншар. Берет свое. Каспер Уэйр как подтверждение запускает еще одну трехочковую бомбу. Таким образом ЦСКА побеждает и одерживает свою 30-ю победу.